Тут Денис написал, что Накамура в таких случаях, когда понимает, что матч уже выигран, начинает на втором ходу король Е2 играть против топ-гроссов. Это он один раз, что ли, сыграл? Ну, это, я считаю, я вчера смотрел ролик, где Карсон играет Е4, Е5, ферзь H5 во втором туре чемпионата. А, да-да-да. Вот, и первую партию он проиграл, и вторую таким он проиграл. Это было забавно. Это было не по минутке. Это было, ну, по-моему, чуть ли не быстрые шахматы, да? То есть по 15 минут. И в его этом турнире. Такие вещи нельзя делать. Мне кажется, это крайне неприлично. Крайне неприлично. Да. Потому что, ну, во-первых, ну что Е4, Е5, ферзь H5? Это не такое уж преимущество. Детский матч, что ли? Нет, ну, смысл в чем, что, ну, это какое-то такое легкое издевательство. Надо. Это, ну, да, Накамура, да, придумал, и Карсон. Ну, Накамура, ладно, но зачем Карсон это делает? Ну, это неприлично, крайне неприлично. Это, потому что совершенно очевидно, что никакого объяснения этим ходам нету нормального. Вот, это не просто какой-то редкий вариант с бис-теорией. Это может сбивать... Ты старомоден, я сразу тебе скажу. Ты можно пойти H3 что... с бис-теорией, если надо с бис-теорией. Потому что, да, сейчас эти топ-гроссмейстеры, они соревнуются и еще и в остроумии. Ты пойми, сейчас у них происходит соревнование, они что-то напишут друг другу в Твиттере до турнира, там, за день или за час до турнира. Потом они продолжают на доске свой вот этот батл. Серьезно? Да? Ну, конечно, да. То есть у них сейчас такие турниры. А ты... Нет, ну, все-таки есть понятие неуважения к сопернику. Это неуважительное отношение. Я не буду объяснять, да, почему. Если вы не понимаете, почему оно неуважительное, мне трудно будет объяснить. Вот. Эти ходы не проигрывают, естественно. Они даже не ведут сильно худшие пейсы. Примерно равенство возникает после этого. Но это такое, ну... Ну, как будто показывают, что могут выиграть любым способом. Да, ну, как бы показывают твое место. Ну, да, и, это не и, очень. И что в итоге показывают? Показали, проигрывают. То, на чем мы сидим. Может, и в итоге ничего не показали, то есть попытка, ну вот все-таки вот наказан был Карсон за это, не знаю, после этого, может быть, он уже так свои эти ферзь H5, наверное, бросил играть как-то и не видел больше таких роликов, но так нельзя, надо уважительно относиться к соперникам, вот, и не надо думать, что, ну да, Карсон сильнейший, но все-таки есть люди, которые, ну как, может, они хуже играют, но все-таки они достойны уважения, так нельзя делать, вот, даже в Блице, я считаю, что это крайне неэтично, вот, но, не знаю. Поясни, чтобы до конца понимать, неэтично вообще ни в каких случаях, или когда вот ты выиграл матч, а если просто нет, при счете 0-0, ну, я не, так сыграл? Неэтично, не, я считаю, неэтично, на высоком уровне неэтично. Делать такие. Ну, все равно, что H4 пойти первым ходом. То есть H4 же можно тоже партию выиграть. Потом человек проиграет и еще будет думать, вот со мной пошли H4. Ну, конечно. И обыграли. Как издевательство будет. То есть двойная какая-то такая. Ну, то есть задача что? Человеку сделать как можно. Ну, если сильнее, ну, обыгрывай его как-то в нормальном, по-нормальному. Да? Но зачем еще и издевательство как-то вот...